Добрый день. Сегодня я купил одну интересную вещь, которая называется дрымба, либо варган. Видео веду с бомбоубежища, так как хотел только сделать видео на данную покупку. Ну, не получилось. Воздушная тревога, надо идти вниз. Секундочку, распакую. Так, я его распечатал. Бирочка. Изделие сделано из металла. Почему я выбрал именно этот инструмент? Я думаю, что он выбрал меня. Вот. И буду его изучать, что он может. Как бы за полтора часа сидения в бомбоубежище, я таки чуть-чуть научился играть на этом инструменте. Ну, сейчас попробуем. Мне вот почему я выбрал этот инструмент. Мне как бы было видение, что у меня во рту привкус металла. Но я, в принципе, не знал, к чему это. Но так как у нас сейчас идет война, то сначала не было идей, почему это так. Но когда я посетил своего друга на рынке, я видел шамана. Я вспомнил, что у него был такой инструмент, как дрымба. Но мне сразу пришло в голову, что идея, что это есть этот инструмент. Но также, когда я шел по пути, я нашел вот этот кусочек металла, с которого я думаю, что я сделаю себе свой личный инструмент дрымба либо варган. Вот. Ну, хочу сделать типа как артефакт. Ну, могу попробовать сделать маленький. Ну, не знаю, получится, не получится, но хочу сделать большой. Чуть побольше. Ну, это все, как говорится, неспроста. Будет время, буду этим заниматься. Спасибо вам.